Комедия «Дель арте». Ишкралинские театралы могут пополнить свой лексикон изящной фразой на итальянском. Впервые в Театре кукол представили комедию масок про родительницу комедии современной, ведущую историю от итальянского народного уличного театра. Его спектакли создавались во многом с помощью импровизации, с участием актеров, одетых в маски определенных характеров. Первыми, кто увидел и объективно оценил постановку, стали самые искренние непосредственные зрители. Это дети. Маска Жака, первоначальная маска, это когда он еще на мельнице работает. Это уже маркиза маска. Петр Кожевников внимательно перебирает свои маски. Во время спектакля он их поменяет 3 раза. Именно столько ролей ему предстоит сыграть. Жак, его слуга или «Как стать людоедом» – это музыкальное представление в стиле итальянской комедии масок «Дель арте». Для труппы нашего театра кукол это первый подобный опыт. Впервые мы с этим жанром встречаемся, не то чтобы трудно, интересно, а какой-то игры, азарта, больше этого требовали от нас. Не держали внутри, не психологию держать, а наоборот все снаружи. «Слуга» или «Как стать людоедом» – современная интерпретация всем известной сказки Шарля Перро «Кот в сапогах». Эта история хорошо знакома любому малышу, но каждый раз они готовы слушать ее заново. Такова притягательная сила произведений французского сказочника. Правда, предполагаемая аудитория этой постановки – школьники и взрослые. «Повезло же кому-то родиться принцами, королями, маркизами. Хотел бы я с ними поменяться. Из этого кота даже чучело приличного не получится. Очень уж он старый и облезлый». Комедии в стиле «Дель арте» ставились еще в средние века на площадях городов и деревень актерами в масках. Чаще всего они высмеивали самонадеянность, жадность, скупость, невежество и грубость. В спектакле Марийского театра кукол участвуют 4 молодых актера и всего 2 планшетные куклы. Самые важные элементы постановки – пластика, голос и текст. Ведь комедия «Дель арте» – жанр, в котором скрыто лицо под маской. Языком актеров становится жест. У нас есть такая задумка, что мы этот спектакль будем как эксперимент показывать на открытой площадке. Это и новое наше здание будущее, это и будущая майская ночь музеев. Вот, возможно, и эта версия пройдет. Такого рода спектакли еще в Ишкар-Иле не игрались. Поэтому, конечно, мы довольны тем, что у нас это получилось сегодня. По задумке приглашенного питерского режиссера Александра Ставицкого, в постановке очень много музыки. Каждый актер за час спектакля исполняет по 3-4 роли. Здесь ставка сделана на динамику. За кулисами артисты меняют костюмы и, главное, маски каждые 5 минут. Этой премьерой сезон в Театре кукол, конечно, не закончится. Впереди летние гастроли по лагерям и базам отдыха республики. А уже в августе маленьких жителей Мариэл ждет очередная премьера. Кстати, новых спектаклей в будущем станет больше. Возможности театра расширятся после его переезда в новое строящееся здание на Патриаршей площади. Информационная служба ТВ и радио на Патриаршей.